Святой Марин жил в Кесарии Палестинской. Был он знатным и богатым воином. Но еще более богат был Марин добрыми делами и честной верой во Христа. Однажды товарищи призвали его на место сотника, открывшееся по смерти занимавшего его воина. Когда Марин уже готовился принять эту должность, один воин, завидуя ему и желая самому стать сотником, пришел к судье да открыл, что воин Марин – христианин и не захочет приносить жертвы богам и изображениям царей. Судья тотчас призвал Марина к себе, а когда храбрый воин исповедовал себя христианином, судья дал ему 3 часа для размышления – избрать жизнь или смерть. В это время повстречался святому Марину епископ Фитиик, который отвел его в церковь и преподал душеполезные наставления. «Нужно тебе избрать одно, достойный муж, или носить меч, чтобы временно служить земному царю, а по смерти получить вечную погибель, или сделаться воином небесного царя, положить душу за его пресвятое имя, написанное в Евангелии, и царствовать с ним бесконечные века». Святой Марин ответил, что готов за Христа идти на смерть. Тогда епископ сказал ему: «Всей душой твоей прилепись к Богу и, укрепляемый Его силою, прими то, что сам избрал. Иди с миром». Вернувшись в судилище, святой Марин, не ведая страха, исповедал себя христианином, во всеуслышание прославляя имя Христово и порицая языческое нечестие. Тогда судья вынес ему смертный приговор. Святой мученик был выведен за город и обезглавлен. Мученическая кончина его последовала в 260 году. Тридцатое марта. День памяти святого мученика Марина Кесарийского, Палестинского.